Обычный ремонт обернулся кровавой расправой. В Чебоксарах расследуют жестокое преступление. 12 января 2020 года подозреваемый находился у себя дома вместе со своей знакомой и потерпевшим, которых он позвал в гости, чтобы помочь перестелить линолеум. Во время совместного распития спиртного между злоумышленником и его 55-летним знакомым возникла ссора, в ходе которой он ударил гостя пустой бутылкой из-под водки по голове, а затем нанес ему не менее 7 ударов кулаками по телу. После того, как потерпевший упал на пол, обвиняемый взял кухонный нож и нанес им один удар в спину между лопаток. После чего он и его знакомая покинули квартиру. Вернувшись на место преступления, утром 13 января злоумышленник обнаружил, что потерпевший все еще жив, и вызвал ему скорую. Но до ее приезда последний скончался. По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе медицинская, медико-криминалистическая, генетическая, биологическая и психиатрическая. Обвиняемый свою вину полностью признал. Следствие по делу продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.